Привет, это Дима. На днях я получил большую пачку новогодних поздравлений. Спешу сказать вам большое спасибо за теплые слова и добрые искренние пожелания. Что? Да, Почта России широко известна скоростью работы и качеством сервиса. А в взаимодействии с таким клиентоориентированным ведомством, как СИН, декабрьские открытки она доставит вам аккурат к началу весны. Впрочем, все встанет на свои места, если вместо традиционного для наших краев Нового года отмечать китайский. Праздничные гуляния, по случаю которого в Москве, прошли с большим размахом. А по тайскому календарю это и вовсе можно сказать – с наступающим. Но если серьезно, от души благодарю каждого, кто желает свободы, мира, добра и любви. Мне и всем политзаключенным. В такие тяжелые моменты, как сейчас, особенно ценны слова поддержки от родных и друзей, сочувствующих и единомышленников. Ценны везде, не только за высокими тюремными стенами. Давайте не забывать говорить и тем, кто рядом. Добро победит!